Вечный огонь. Уже парковая зона. А вот там дальше дельфинарий. Дойдем потом до него. Пошла дальше видео. Подошли ближе. Ага. Неизвестного матроса, 1960 год. Да, конечно, чуть-чуть темноватое видео. Пасмурно. Для прогулки, как сказала Наташа Александровна. Самое то. И обзор на море панорамный. С левой стороны аллеи прогулочные. Вот маяк. Высоко. Коблево впереди, вдалеке. Ну вот смотри, вот я, Немо, иди сюда. Вот его видно. Комплекс. Дельфинарий Немо. Ты когда-то спрашивала, где растет алыча? Вот она. Я не спрашивала. Я знаю, где алыча растет. Это дикие яблочки, это не алыча даже. Я спрашивала, это орешки. А, лещина? Лещина. Да? Да, за лесные орешки, но не за алычу. Все. Это мороженое купить? Есть 10 гривен, можно купить один стаканчик. Пустой. Да, вафельку. Вафельку, да.